В рамках подписанного соглашения будут проводиться совместные мастер-классы и научные конференции. Также запланировано создание рабочих групп, участники которых будут обсуждать самые насущные вопросы системы воспитания. Мы в Министерстве просвещения, и церковь, все думающие люди, и родители должны наших деток напитать той пищей, которая бы нашу державу оставила с теми, кто будет заботиться о ее будущем, кто будет хранить нашу Россию. Сегодня подписано соглашение между Министерством образования и науки Республики МРИЭЛ и Южкаролинской Марийской епархией Русской Православной Церкви. Событие, на мой взгляд, достаточно важное для системы образования региона, потому что подписание этого соглашения затрагивает вопросы духовно-нравственного просвещения. Прежде всего, всех участников образовательного процесса. Это и наши обучающиеся и воспитанники, это наши родители и сотрудники образовательных организаций. И вопросы, которые мы будем рассматривать в рамках подписанного соглашения, это, конечно, воспитание наших ребят в духе гражданско-нравственных позиций, гражданско-патриотического воспитания. Марийская митрополия и Министерство образования республики договорились о сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания. Церемония подписания договора состоялась 28 декабря. Свои подписи под документом поставили министр образования региона Лариса Ревуцкая и митрополит Иоанн.